มีเวลา10นาทีมันจะหายไหมอันหน้าอาจารย์จะได้รู้กรณีไหมว่าทำงานไม่ทำงานอินเทอร์เน็ตทำงานไหมอินเทอร์เน็ตทำงานติดนิดนึงครับนิดมันอยู่ชั้นใต้ดินНа день рождения был 47 человек. Здравствуйте. Вот если пришла Света, значит будет лекция. Даже она будет одна, все равно я буду читать лекцию. О, вот это да. Вот это да. Я люблю блондинку. А если нас несколько, все равно не будет. А что ж, вас так долго не было? А, так долго вас не было? Не болели? Просто же не было лекции здесь. Как же не было? Приезжали. Да? Да. Ну, не знаю, наверное. Было написано, что ты не приедешь. А значит, ты заболел, и теперь ты будешь. Там написано на... Да. Написали 3 недели. Нет, 3 недели. Недели 3 не будет. А потом я решил, да? А папа имел особенный
сегодня написано, что Аджарти ты согласился. Соболезнования столько я хотела написать. О чем бы не соболезнования? Пишите. Написала. Человек из Таиланда. Да, приехал с того лечить меня. Да, это хорошо. А вот это покажут по тайскому на телевидении, да? Да. Да? А по нашему не покажут? Нет. Так он может и нас потом полечить? Нет, показывают на ТВ3. Мистика. Там, скорее всего, православный мистик показывается. Последняя. Вот. А как вы думаете, что российское правительство – это православное правительство или нет? Ну, сейчас, да. Правильно. Но, во всяком случае, можно делать вид, но да, любой. На самом деле, да. Нет, конечно, никто не говорит, а трудно, не залезешь в душу, в принципе. Позиционируют они себя как... Православные. Здравствуйте, я вас ждал. У вас прямо юбка, как у меня. Я тоже сегодня так сказала, что юбка, как у Аджарти เล่นหนักๆเลยตรงนี้เจ็บแต่ตรงนี้เจ็บแต่มือนะ
เดี๋ยวรู้สึกดีขึ้นนะบีบมือครับท่านชอบตอนบีบมือเนี่ยแหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่บีบนิ้วมือใช่ใช่ส่วนเนี้ยรู้สึกดีที่สุดในบรรดาทั้งหมดก็ทำมาเป็นคนมือไม่มีแรงสบายเลยตรงนี้ก็อยากให้ลุงหมอแก้ที่พระอาจารย์ชอบซื้อจมูกเป็นหวัดโอ้ยซิมชิดโซกุระจะสปาร์ตาที่จะเปลี่ยนมินุตเราเมื่อมารอพระอาจารย์เรียนใช่ไหมใช่ต้องมารอฟังเทศนะเชี่ยเมียดเลยเนี่ยนาชาแต่เชี่ยเมียนเชี่ยปัดนาเชนี่Поэтому надо быстрее начинать собрать деньги побольше. Нет? Как собрать деньги? Я пошутил. Да, я скоро буду брать куран в Будхавихаре. Пусть он вас выучит столько, сколько надо. Я показывал Казанского забора, и там написано сыны на службе. Они удивились. Они говорят, давай мы тоже там пишем. Я говорю, нет. Ой. Он только вас лечит, Джанчик. Он специально приехал, чтобы лечить меня. Он сделал, что у Ирины Николаевны ее голова отвинула на 10 сантиметров от места, которое было. Вот так. Блоки, тараканы, там, муравьи, мурашки там. Не только блоки, мурашки, там всякие разные насекомые. Да? Ну,
Вы слишком много кушаете сладкие. Зачем? У вас пузо уже прямо как расширяет на разную сторону. Это не пузо. Кто-то надуло. На другое называется. Надуло на вас. На вас. Вас надули. Чтобы выдернуть в астрал, надувают астральное тело. Надувают газом очень долго. Газ какой? Кто пугнул за вас, невозможно. Вы сами пугнули. Каждый раз. Кто надувал на вас? Вас тоже сегодня, всю ночь выдергивали. Кто? В астрал? О, интересно. Да. И вы вели беседу с инспекторами. Я свидетель. Это для меня, это открытие. Я свидетель. Что вам говорили, что вы отвечали? Я все. Я сам не понял, она поняла. Так а что ж не понять? Когда сам не понял, они говорили громко, даже кричали. Они кричали? Ну, да, они кричали очень долго. А потом я выгнал камушки, да. А первая убежала, вторая тоже. А потом третий не мог, потому что он на степи. А, ну про что сейчас говорить? О собаке. Вы не хотите, чтобы правду знали. Это хорошо. Да. Ну, я не знаю. Я не хочу быть нормальным, я хочу быть больным человеком. Угу. Быть нормальным человеком, как я не хочу, не готов. Да. Сейчас все наоборот. Да, все наоборот сейчас. Наоборот. Тот, кто больной, выдает себя за нормальный, а кто нормальный человек, его делают, признают, его делают, а признают, не знаю, сколько лет, да. Здравствуйте. Вы были на ретрите? Здравствуйте. 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 Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас через 7 минут лекция короткая начинается. Как ваше здоровье? Лучше. Лучше. Вот не хочешь сидеть рядом со женой, все. Любовь картошки. Ирина Николаевна, интересно, что вы слышали, что они мучили меня, да? Они мучили это меня в основном, голову сдавливали. А вас я не знаю. Я не видела, что вас мучили. Просто выдергивали в астрал и вопросы задавали. Ужас. Спасибо большое за информацию. А меня вот на самом деле... Даже такие информации даже ФСБ не дают. Да что это ФСБ? ФСБ, в конце концов, там же тоже есть порядочные люди. Да? А Тимченко что? Тимченко, это еще не ФСБ. А в очереди уже третий клиент.
Слава Богу, Аллах Акбар. Сразу.
Господи, Боже мой, слава Богу, это Ахатва. Вы слышали? Она постоянно говорит. Я говорю, Боже мой. Я в основном говорю, Господи, Боже мой, Господи, Боже мой. И она Ахатва. А вы повторяете, Господи, Боже мой. Господи, Боже мой. Нельзя шутить на имя Бога. Так никто не шутит. Когда обращаются, то говорят все серьезно. Это когда... Они именно читают лекции о своей собственной, как называется, собственном мнении о счастье. Вы присядьте сюда, поближе ко мне. Вы понимаете, потому что они думают, что счастье – это значит, когда человек, когда человек отказался от всяких привязанностей, человек решили как раз вопросы привязанность, это значит счастье. Да? Монах, я думаю, что очень много буддийских учителей, которые не понимают концепцию счастья. Они думают, что я очень часто говорю, что счастья и страдания нет. Да? Это буддийская философия на высоком уровне, что счастье и страдания на самом деле нет. Но счастье для мирения есть. Да, счастье для мирения есть. Какие счастья? Первое счастье – это что у вас работа, которая не навредит себе и не навредит обществу. Не навредит никому. Это первое счастье. Вы понимаете, есть работа, например, торгует наркотики. Это значит неправильная работа. Да? Это уже страдание, когда ты торгуешь наркотики. Да? Ты торгует наркотики, это уже считается уже несчастье. Человек постоянно прячется от милиции, от сотрудников, вы понимаете, то есть органов, потому что неправильная профессия. Или человек, который торгует мясо, например, тоже надо чувствовать неприятно, когда он продает живые животные, например. Понимаете, да? Продает коровы живые, продает там овцы живые, продают там козы живые, да, или рыбы, которые живые, да, он чувствует, что это несчастье, потому что убивает.
любые торговли, да, например, первый наркотики, да, торгуют наркотики, второй торгуют жизни, да, животные, которые живые, или даже не живые, даже мясо, да, чувствуешь, что продают мясо, да, и третий торгует яд. Яд в этом смысле это не яд, который, да, дозы, которые пьют, не какие-то там граммы, а потом умирают. Я в этом смысле это спиртные напитки, сигареты, да, спиртные напитки, АМ, да, например, ароматный мед, да, есть такой магазин, да, АМ, да, я видел, что я не пошел туда, я думал, что такое ароматный мед, я думаю, что очень не ароматный, да, и это уже не счастье, да, потому что приносит он, да, вреды для здоровья людей, да. И следующий торгующий человек тоже несчастье. Люди, которые продают рабы, люди, которые торгуют человека, ну, я могу сказать, что проституция, например, тоже торговля человека, да, заставили человека продать себя, да. И следующий торгует оружие, да, оружием. Оружие бывает, оружие, которое убивает. И есть, бывает, как называется, техники, технологии, которые не убивают, да? Не убивают, но дает защиты людям, да? Дает защиты, да? Далее защита, далее безопасности. Есть оружие, есть товар. Далее назначения, далее безопасности и далее убийства. Да? Например, я могу продать самолет. Да? Самолет далее самообороны или самобезопасности нации или страны. Или есть самолет, который убивает людей. Да? Это основная, да, профессия. Профессия, которая не приносит себя так вреды, себе вреды и людям тоже никаких вред. Это первое, да, когда нормально, имеет нормальную профессию, да, нормальная профессия. Вторая, да, и я хочу сказать, что профессия, даже нормальная профессия тоже бывает, очень ненормальная профессия. Например, я преподаю в университете как преподавателем, да, я могу поставить очень плохие оценки моим студентам, да, очень плохие. Например, через неделю тебе будет сочет, а я не поставлю сочет. И я говорю, что девочка, если вы хотите сдать сочет нормально, получить сочет, пожалуйста, надо заниматься со мной дополнительно 5 уроков. И каждый урок 1500 рублей. 5 урок или 2000 рублей. А 5 девушек, каждая девушка, вы понимаете, 10 000 рублей. А 5 девушки я могу получить уже 50 тысяч. А у меня 4 группы. Каждой группе 50, 50, 50, 50, 50. Получается 200 тысяч. Я заработал в течение недели, например. Да? 4 пары, 5 пары, 5 раз. Ну, там немножко, типа, как называется, репетиция, да? Дополнительно со мной, но девочки, вы хотите получить сочет или экзамены, пожалуйста, вы идите ко мне домой, в Карелово, например. И это уже неправильная профессия. И, например, врач, да, придумал болезни. Болезни первый, болезни второй, болезни третий, болезни четвертый, пятый, десятый. Человек, я один раз, у меня в прошлом году, у меня были зубы болели, да, проблемы с зубов. А я ходил к врачу, вы понимаете, мне придется ходить еще 11 раз. 11 раз. И он говорил, что надо лечить первый, второй, третий, четвертый, пятый. У меня получается, я просто хотел лечить маленькие дырки, но все равно он придет. Да, первые зубы тоже проблема. Лечил первый, а второй тоже проблема. Я говорю, врач, вы можете лечить один раз, то я хотел один раз и лечить.
Он говорит, я не могу, это лучше не, это не моя профессия. Я говорю, какая профессия у вас? Лечить зубов. Да? А потом я вообще целый год не ходил. Ни разу, в этом году ни разу не ходил. У меня зубы нормальные, все на месте. Вы понимаете, да? И это профессия, да, которая не приносит, а когда человек работает и получит удовольствие, профессия, которую он занимает, это первое счастье. Второе. Он получит счастье, что он получил, как говорится, деньги от своей собственной профессии. Не просто работал и получил удовольствие, и еще получил средства, результаты работы. Не только работы, как результаты, что вот врач, да, в результате его, как говорится, больных людей стали лучше. Это первое. Второе. Не только, что люди стали лучше, да, или клиенты получили удовольствие, клиенты получили результаты хорошие. Это первые результаты. Вторые результаты, он получил свои собственные результаты, как финансовые результаты. Да? Получить средства для проживания. Да? Проживания. Это второе. Да? И он умел, он получил деньги. Да? Получил деньги. А третий, извините, третий, что он имеет возможность тратить деньги. Бывает, он получил деньги как зарплаты, получил деньги как зарплаты. Проблема, что он не может тратить деньги. А вы видели люди, которые получили деньги? Люди, которые получили деньги, но не могли тратить свои деньги. Потому что деньги заблокированы. Например, лежит в банке, а банк не разрешает. Может быть, Минфин не разрешает тратить деньги. Заработал 25 миллионов долларов, а Минфин заблокировал его деньги. Лежит в банке просто так. И он бегал, чтобы получить свои деньги. Деньги для лекарства нет, деньги для одежды нет, деньги для обуви нет, деньги, чтобы платить за коммунальные услуги нет. Деньги, что, вы понимаете, купить или нет. А он видел, что у него деньги 25 миллионов. Например, давайте не 25 миллионов долларов, а 25 миллионов рублей. Но он не может тратить деньги. У меня, давайте так, у меня сейчас моя зарплата 75 тысяч. Да? Находится в карте Сбербанка. Проблема, что карта моя Сбербанка заблокирована. И я бегал, что восстановить свой, как называется, свой счет и получить деньги. Получается, моя карта заблокирована уже 3 недели, и я могу тратить деньги свои. 75 тысяч я страдаю. Я не могу купить, я не могу заправить бензин, я не могу ездить на метро, я не могу сделать ничего, потому что у меня карта Сбербанка заблокирована. Слава Богу, что у меня Тинькофф банк еще есть. Да? Еще 23 тысяч. Поэтому, что у вас есть деньги, и вы умеете тратить деньги, тоже счастье. Живете, да, то вы можете помочь людям, тоже счастье. Не только тратить деньги для себя, вы можете помогать вашим родителям, тоже счастье. Вы можете купить сувениры, вы можете купить одежды, вы можете купить украшения для жены, вы можете купить квартиру себе, вы можете платить ваши как называется, предметы или товары, которые вы хотите купить для себя. Первый. Сейчас я говорю, что долги нет. Есть долги, которые вы умеете право не платить. Отдать. Можно не отдать. Потому что контракт нет. Бумаги нет. Понимаете, да? Бывает, вы взяли деньги, миллион рублей. У родственников, да? Контракт нет, расписка нет. И никакие документы, что вы взяли деньги.
от ваших родственников. Можно не отдать. Но человек, если он моральное развитие, да, моральности еще лет, нравственности еще есть, он чувствует, что все равно что-то не то. Например, у меня долги, да, перед родственником. Я не могу отдать долги, но я чувствую, что, как называется, неприятно. Неприятно. Первый человек, да, 1 000 000 рублей, второй человек, полтора, а третий человек, там, 2 000 000, четвертый человек, 5 000 000, следующий человек, 7 000 000. Получается вместе 20 000 000. И вы чувствуете постоянно, у меня долги, у меня долги, у меня долги, у меня долги, у меня долги. И самые лучшие, вы знаете, самые лучшие, не надо брать деньги ни от кого. Это самый лучший способ. Быть бедным. Вы можете, как называется, вы хотите кушать. Человек очень такой, он взял деньги, он ушел из работы, а потом он взял деньги 200 тысяч рублей, например, давайте так, 200 тысяч рублей. И первый месяц он просто тратил деньги, это кредит, долг, который он взял у знакомого, человека, друга. 200 тысяч, первый месяц он тратил, второй месяц он тратил, третий месяц он тратил, четвертый, пятый. И вот там контракт написано, что он должен отдать ровно через год. А первые 10 месяцев он тратил деньги 200 тысяч. Остался деньги, время 2 месяца. И в конце концов он понял, что надо отдать деньги через месяц или полтора. Откуда деньги? А потом страдает. Поэтому Будда говорил, что инаканам тукханг локе, это значит долги, это страдание жизни. Лучше не брать деньги. Я хочу купить обувь. Я могу купить. Я хочу купить обувь. Зимний обувь. Да? Я взял деньги в кредит, например. Я взял деньги в кредит. И я одеваюсь это обувь, я получу удовольствие. Вы должны понимать, что деньги надо отдать. Я хочу машину. Тоже купил машину в кредит. Я хочу, у меня одна комната на квартире. Я хочу другую комнату на квартире. Я взял деньги в кредит. Да? Я хотел купить, например, шубы женщины. Да? Я ходил в магазин мимо, я видел шубы там 400 тысяч рублей, например. Тоже в кредит. Я только узнал недавно, что шубы можно в кредит. Понимаете? Кредит. Я гулял на Невском, да? Понимаете, картинно говоря. И я видел, что шубы или куртки в кредит. Человек может платить каждый месяц за 3 000, 5 000 рублей. А там стоит 500 000. 500 000 шубы. И получит удовольствие и платит деньги. Да? Вот. И это пятый. А шестой, вы знаете? Счастье, что никто не взял ваши деньги. Как кредит или как долг. Вы попробуйте отдать людям деньги и получить обратно. Отдать очень легко, а получить обратно невозможно. Вы знаете об этом? Вы помогали людям. Ой, Чан-Чатри, у меня проблема, дайте, пожалуйста, деньги 25 тысяч. Я через 3 месяца отдам. Я говорю, хорошо. Человек постоянно ходит на мои лекции, да, ездит постоянно в Будда-Вихару, я отдал 25 тысяч. После этого, да, она не пришла в Будда-Вихару никогда. Я потерял первое, деньги. Второе, я потерял любимую ученица. Ученицу любимую я потерял, потому что она не отдала 25 тысяч. Вы понимаете, перестала заблокировать меня в ВКонтакте, на Фейсбуке заблокировала, на телефон тоже заблокировала меня,
заблокировала меня. Я говорю, не доступ, я просто ее день рождения. Я не хочу деньги. Я уже понял, что деньги не получу обратно. А потом я зарегистрировал искусственное имя. Да, имя. На Фейсбуке люди не знают, что у меня искусственный есть. Не настоящий. Да, страница на Фейсбуке. А потом я смотрю, у нее, вы понимаете, да, пушопки в Турции, там, она ездила в Корее, в Южной Корее, она ездила в Японии. Я говорю, интересно, человек ради деньги 25 тысяч заблокировала, человек, который проводил ретрит, она участвовала 10 раз. Молодец. Я говорю, хорошо, на самом деле, сегодня ее день рождения, я хочу поздравить, понимаете, да? Какие-то поздравления, добрые, приятные слова хочу писать. А не могу, я не мог писать. Вот. Такие люди в этом городе примерно 200, которые спросили у меня деньги и не отдали, и перестали общаться со мной. И самое главное, прячется от меня. И самое главное, Ачанча ты плохой человек. Да? Поэтому моя счастье, что я страдаю. Когда люди задали вопрос, Ачанча ты можно деньги 10 тысяч. Я на самом деле я страдаю, я не знаю, как сделать. Я не могу обмануть, что у меня деньги нет. У меня деньги есть, но всегда очень мало. Вы понимаете, да? Но и все равно я помогал людям, иногда у меня деньги в кармане практически нет, вообще нет. Я не специально говорю, что вы дали мне деньги. Но просто такая ситуация бывает очень часто. Это не тема лекции, да? Тема моей лекции, как